Рыба-кит, папа рисует. Доброе утро, друзья. Вы на Гамараш. Меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыба-кит. И всем привет, кто смотрит меня, подписан. Большой-большой привет. И кто рисует со мной много лет уже. Сегодня я рисую замок. У нас сегодня субботник по принцессам. Мы рисуем принцесс. Но я рисую замок принцессы. Да, бывает такое. Рисую вот такой гуашь. Гуашь мультики, 12 цветов, мне очень нравится, очень-очень-очень то, что нужно, такая тяжелая баночка, чтобы нарисовать красивый замок. Намочили кисточку и нарисуем замок, но сначала нарисуем ему землю, на чем он стоит. И возьмем желтый цвет, скажешь, зачем желтый цвет? У меня такая техника рисования, когда я очень просто показываю, как можно нарисовать замок принцессы. Желтая земля, почти желтая, да, такая вот желтенькая земля, и вот так размазываем эту желтую гуашь по желтой земле размазывать. Все. А теперь добавляем зеленого прям сверху. И вот так добавляем зеленого. Зеленый сразу же смешивается с желтым. Получается желто-зеленый. Я хочу для принцессы самый яркий лужок сделать. Самый сочный, самый красивый. И он будет очень-очень желто-зеленый. Опять-таки салатного цвета. Мы сделали с тобой салатный цвет на бумаге. Просто вот так намешали. И у нас салатный цвет получился. Посерединке поменьше немножко добавлю зеленого, чтобы было мне попроще. Здесь добавить немножко коричневого, желтого коричневого, потому что здесь же будет дорога к принцессе. Спасибо за лайки, я вижу сердечки летают, очень меня это радует. А принцесса, которая будет жить, не знаю, как ее зовут, потому что принцесса-то останется в замке. Обязательно смывай кисточку тщательно после каждого рисования краски, потому что вот сейчас мы взяли желтую, зеленую, такую светло-коричневую, и у нас получился вот такой хороший лужок, даже как пригорок, а на нем уже стоит замок, наш красивый замок нашей принцессы. Та-та-та-та-та-та-та. Какого он цвета будет? Я думаю, конечно, розового. Но у меня нету розового, у меня в палитре есть только малиновый. Малиновый красивый цвет, но он немножечко очень яркий. Мне хочется посветлее его сделать. И я начну с яркого цвета. Вот сюда добавлю одну. Нет, давай так. Начну лучше с фиолетового цвета. Крышу нарисую. С крыши будет легче нарисовать. Смотри, мы нарисуем крыши. Вот так одну крышу нарисуем. Принцесса. Нашей принцессе замок. С одной крышей. Посерединке такой треугольничек сверху. Это легко сделать. Вторая крыша такая тоже. Ну, небольшой треугольничек сверху и тоже такой. И остренький. Пики очень остренькие. И еще один тоже. Очень легко вот так. Раз-раз-раз. Тяп-ляп. Я рисую тяп-ляп. Часто рисую тяп-ляп. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-ляп. Тяп-тяп-ляп. Тяп-тяп-ляп. Вот такой замок принцессы. Очень просто было нарисовать. Теперь смоем кисточку и возьмем белый. Немножко добавим в наши крыши. Потому что они такие темные получились. Мне хочется их чуть-чуть посветлее сделать. Я добавлю белила и вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык размешиваю. Получается такой фиолетовый цвет, но немножко светлее. Отлично. Вот такие крыши готовы. Замок почти готов. И мы как архитекторы начали с крыш. Наверное, это будет легче нарисовать. Потому что теперь крыши мы будем пририсовывать наш замок. Это будет легче сделать. Мы возьмем белила сначала. И нарисуем две палки вот так. После этого еще две палки. От каждой крыши нарисуем по палке вот такие, по две палки. А теперь добавим немножко малинового. И эти палки еще раз обведем. Они будут у нас не малиновые теперь, а такие светло-малиновые. Светло-светло, такие розовые получаются. Мне нравится такое дело. И получается замок. Замазываем. Стараемся замазать как можно ровнее все это дело. И прям сажаем наш замок на наш пригорок. Вот так вот. Раз, два. Закрасили. Отлично. Давно, ребят, я не рисовал замки, а я стараюсь очень много замков нарисовать. Мне это нравится. Я тоже, может быть, даже юный архитектор. И в будущем стану хорошим архитектором. Буду рисовать замки, а потом начну строить замки для принцесс. Вот так у меня получилось. Мне очень нравится. Как получил, прям хорошо. Что еще в замке нужно? Окошки. Окошки и дверь, входная дверь, большие ворота. Ворота можно сделать разных цветов. Ну, надо подумать, какой лучше для тебя, для меня, какой тебе нравится. Мне нравится наверняка
голубой, голубой красивый цвет. Я беру синий и прямо сверху нарисую ворота вот такие вот. Кажется, очень хорошо, хорошо видно, ярко, сочно. Так, теперь здесь нарисую окошки тоже голубым. Вот тут, тут и тут. Одно окошко вот тут, вот тут. А здесь я сердечко хочу нарисовать чуть повыше. Такие окошки, очень их просто было нарисовать. Дверку тоже нарисую. А теперь флаги для нашей принцессы. Для... Обязательно нарисуем флаги. Поэтапно, да. Немножко сначала фиолетовым нарисуем палочки, где торчат наши флаги. Вот так они торчат. Они на флагштоках торчат. Да? Такие вот. А теперь сами флаги обязательно смывать тщательно кисточку. Бери розовый цвет. Розовый, малиновый, какой хочешь, конечно же. Я беру розовый, потому что мне как-то розовый нравится. И у меня такой розовый замок для принцессы, конечно же. Все девчонки захотят нарисовать такой. А мальчишки, как, ну когда же он будет рисовать машинки? В следующий раз обязательно буду рисовать машинки, но сегодня только для девочек. Летнее такое, можно сказать, рисование. У-ху! Так, что еще у замка есть? Я думаю, можно обвести малиновым цветом некоторые его части. Малиновым цветом, теперь он хорошо насыщенный, такой хорошо виденный. Видно, и вот тут полосочки обведем. Хоп, 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 опа. Опа, здесь нарисуем сердечко, как мы и хотели, такое сердечко, и внизу тоже малиновым цветом. Вот такой замок получился. Что еще можно сделать? Я думаю, что можно сделать такие полосочки, но это немножко сложнее. Если ты малыш, я думаю, лучше этого не делать. Но иногда я добавляю в свой рисунок немножко мелких деталей, и мне это очень нравится. Вот так полосочки, как будто кирпичики лежат. А теперь вертикальные полосочки. И сразу замок у нас превращается в кирпичный замок. Но кирпичи тоже для принцессы. Они розовые. Еще здесь можно сделать несколько точек, украсить. У нас же веселый замок принцессы. Ну, вообще, я думаю, что все принцессы, конечно, бывает не смея, но мы сегодня поговорим о принцессах. Были такие принцессы. Но мне нравятся веселые принцессы. И мой замок — это замок веселой принцессы, нарисованный гуашью. Для тебя. Вот такой у нас замок получился. Я думаю, классный. Можно нарисовать еще немножечко-немножечко солнышко. Солнышко здесь как раз место осталось. Нарисуй несколько лучиков своему солнышку и моему тоже. У-у-у. Все, вот такая, вот такой вот получился принцессный замок. Простой, несложный. У тебя обязательно получится повторить, а если ты проявишь немножечко фантазии, то у тебя получится и повеселей даже. Ты можешь экспериментировать и добавлять разные цвета, разные небольшие дополнения, которые ты хотела бы добавить. Я думаю, что со мной рисуют только девчонки такой замок. Но если мальчишка вдруг нарисовал, то обязательно покажи, что у тебя получилось. Мне очень интересно. Таких точечек поставим. На темных крышах очень красиво будут смотреться белые точечки тоже. Малиново-белые точечки. Прям как будто это такой сказочной принцессы. Замок для сказочной принцессы. Вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Не остановился бы и еще рисовал. Субботник продолжается. Рисуем дальше. Не останавливаемся, ребята. Будем рисовать еще и другими местами. Не только гуашью, но и акварелькой. Попытаемся нарисовать что-нибудь простое, так как всегда получается. И прикольное. Также будем обязательно мелками рисовать разными. И карандашами. Ну, чем-то еще порисуем. Мелками 100%. Может быть, пластилин добавится. Я еще немножечко цветочков нарисовал. Всегда хочется продолжать рисовать и рисовать. Спасибо за лайки. Я вижу. Мамам большое спасибо, что вы занимаетесь развитием детей. Наверное, только я мамой этим занимаюсь. Иногда папа, вот, например, я, да, прихожу, рисую. Чем могу, помогаю. Ставлю на паузу на ютубе, зову всех участвовать в конкурсе, смотрю на ваши сторис, пока что еще сторис нету, но я жду, с удовольствием добавлю ваши сторис на Гамма Раша. А если ты смотришь на ютубе, то приходи в инстаграм, приходи по пятницам, приходит у меня передача, есть арт пятница называется, теперь каждый вечер по пятницам, и по субботам утром я рисую на субботнике с Гаммой, приходите сюда тоже.